Новости. Губернатор Ставрополя Владимир Владимиров встретился в Москве с президентом Владимиром Путиным. Глава края доложил о реализации на Ставрополье президентского послания Федеральному собранию. В частности, речь шла о благоустройстве территории, проекте «Детская медицина», строительстве нового корпуса краевой больницы. Кроме того, губернатор отметил готовность края к возведению нового онкологического центра. Вы нам дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подготовили проект нашего онкоцентра краевого на 22 тысячи квадратных метров. И хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления, потому что у нас старый корпус. Затронули на встрече и вопрос развития культурно-образовательных комплексов. Владимир Владимиров также предложил сделать Ставропольский край одним из первых участников соответствующей федеральной программы. Дворцы искусств, как я их назвал, это там, где можно заниматься хореографией, музейные выставки определять, большие залы для представлений. Также я подготовил обращение в ваш адрес, чтобы Ставрополье стало пилотным регионом в реализации этих еще программ. Можно только вы не покушайтесь на действующие, чтобы действующие не закрывать. Губернатор заверил, что в крае дома культуры не закрывают и вместе с тем активно ремонтируют. В нынешнем году на эти цели уже выделено 300 миллионов рублей. Тамара Годумская, Никита Чуб, АТВ Ставрополь.